Добрый день, меня зовут Павел Иванов, я шеф-сомелье русского винного дома Браудерсо. И сегодня я расскажу вам про нашу настойку «7 овощей». Этот напиток появился в Браудерсо чуть более 10 лет назад. И готовился он специально для сопровождения закрытых мероприятий, которые проводятся у нас на площадке. На одном из таких приемов главный акционер русского винного дома Борис Юрьевич Титов предложил гостям нечто абсолютно новое. Это был напиток из 7 свежих овощей. В то время напиток готовился в больших стеклянных бутылях конкретно под каждое мероприятие. Пряный вкус и аромат овощей оставил множество восторженных отзывов и предложений по поводу серийного производства. Так и началась история создания промышленной партии 7 овощей, где самым главным принципом было сохранение домашней технологии производства. В течение нескольких лет мы доводили рецептуру до идеала с сохранением всех крафтовых особенностей технологии. Для приготовления настоя мы используем только свежие овощи, которые выращены на территории Краснодарского края. Настой длится 21 день. За это время овощи передают все свои лучшие свойства напитку. 7 овощей является первым продуктом в категории «Горькие настойки» в портфеле группы компании Браудерсо. Для приготовления этого напитка мы используем перец сладкий, перец острый, лук порей, сельдерей, чеснок, петрушка и укроп. Вкус напитка полный, насыщенный, спиртуозность отсутствует. В послевкусе присутствует легкая остринка. Наша настойка очень универсальна в плане своих гастрономических сочетаний. Прекрасно подходит к блюдам из мяса, баранины, говядины. Очень хорошо сочетается с супами на крепких мясных бульонах. Солянка, борщ, шурпа. А также на ее основе можно приготовить коктейль «Кровавая Мэри». Попробуйте и вы авторский напиток Бориса Титова.